такую серую погоду явно не хочется выходить из комнаты, где на фоне включен любимый сериал. Стоит ли строить активные планы на выходные и будет ли нас радовать погода в Магадане солнцем или теплом, узнаем у жителей города. В субботу, 5 февраля, в Магадане небольшая облачность. Температура воздуха ночью до минус 15, днем до минус 7 градусов мороза. Атмосферное давление низкое, 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Влажность комфортная, 34%. В воскресенье, 6 февраля, температура воздуха ночью до минус 16, днем до минус 6 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Влажность комфортная, 50%.